Всем привет! Итак, пришло время, да, долгожданный обзор на Люцифера, на 11 миллионов мощи упырь. Да, то есть я постараюсь максимально быстро сделать обзор, чтобы не затягивать время. Так что смотрим, что у нас есть. Значит, 11 миллионов мощи, 2946 ПВП мощь прокачана. Так, что по вещам? Ну, вещи я быстренько покажу. По камням, камни я покажу отдельно. Да, то есть здесь я покажу, чтобы вы видели. В основном везде в вещах крит выловлен и плюс урон хп. Да, то есть вот покажу именно камни, не обращайте внимания, то есть камни я покажу отдельно. Да, вот 44 уровня одежда. Да, вот духовка 10 уровня. Вот скиллы, хп плюс урон. Плюс урон, хп, плюс урон, маг защита, хп, плюс урон, плюс урон. Максимально плюс урон, один скилл на маг защиту. Вот, максимальный уровень. Максимальный уровень скилла, да, вот это вот, это сказал, максимальный уровень. Вот, бордовая вечность. Значит, дальше смотрим. Облик оружия на один уровень уже проточен. Дальше смотрим, что у нас крылья. Крылья 21 уровня. Значит, музыкалка, это уже 7-я музыкалка. Угу. Так, смотрим дальше, что у нас. Следы вечные, тоже один раз только, ну, то есть неточенные. 197 уровня кольцо свадебное, немножко просевшее, но ничего, там у многих есть уже 200+. Так, смотрим дальше по вещам, здесь уже хп пошло, но также крит в основном вылавливается. Основа идет крит, хп, плюс урон, то есть прочность, это такие основные статы, то есть по упырю. Кольцо 100 уровень и 163 звезды, 100 уровень максимальный пока что, а 163 звезды, конечно, не предел, есть и 240, но не на наших серверах. Так, дальше смотрим по статам. 22 миллиона хп, атака 389 тысяч, почти 190 физ защиты тысяч и почти, ну не почти, 463 тысячи маг защиты. Герои не на максимальный уровень проточены, всего лишь Хель 1 плюс 8, 2 плюс 10 и Один плюс 10 стоит. Дальше смотрим по статам. Почти 48 тысяч крита, почти 18 тысяч парирования и уклонения, прочности 118,5 тысяч, смертоносность всего лишь 12, плюс урон, да, 2 396 000. Минус урон 104 тысячи, дальше доп урон 112, иммунитет 60%, максимальный по камням проточен доп урон и иммунитет, то есть если будут камни выше уровня, то есть урон будет дальше добавляться, просто это максимум, что можно сделать на данный момент. По драконам покажу отдельно. Навыки смотрим, навыки проточка у нас стоит, значит, в основе атака 150 и хп 110, все остальное по 40. Размещение так немножко подкачано, да, 80 30 30 26. Эндо героев также атакам на максимум, хп 60 и физмаг защита по 30 проточка. И на экзо атака 116, хп 66 и физмаг защита по 50. Сейчас покажу маг кольцо отдельно. Значит, вот по атрибутам маг кольца ПВП мощь плюс 904, это только по звездам. ХП 71 тысяча, смертоносность 2600, минус урон 8900 и атака 1640. Дальше смотрим по, вот по уровню. Уровень 100, ПВП мощь 290, ХП 45 тысяч, прочность 1500 и минус урон 4500. Дальше трансформация. Трансформация, значит, 41 уровень оружия, броня 42, крылья 40 и следы 40. Скиллы 2 уровня, до 3 нужно 50 уровень проточки. Да, вот тоже. Здесь точно так же нужен 50 уровень проточки. Можно посмотреть суммарный бонус. Это 184 тысячи с половиной хп, 4200 атаки, плюс урон, минус урон по 18 тысяч. Так, что мы дальше можем посмотреть? Герои.
Я не знаю, что мы здесь даже можем посмотреть нормального такого. Давайте посмотрим Божий круг. На первой хеле ничего нет, на второй хеле у нас оружие 25-12, броня 24-10 и крылья 26-10. По Одину оружие 24-3, дальше броня 26 и крылья 23. Также есть в рыцарях Бахамут, тоже немножко 24-5, 26-6 проточка и 22-4 проточка Божьего круга, да? Смотрим эволюцию по карточкам эволюции. Значит, здесь у нас и защита плюс 6. Я буду говорить основные простые атрибуты, я буду пропускать те, которые не сильно важны для того, чтобы время не терять. Вы можете всегда остановить, сделать паузу и посмотреть, в принципе, потом более подробно. Здесь плюс урон 25%. Здесь что у нас? Прочность плюс 6%, крит, атака, обычный плюс урон. Здесь у нас плюс урон 15%, да. Дальше смотрим, здесь у нас атака плюс 3%, вот, здесь основное уклонение плюс 15%, в принципе, и последняя карточка на размещении, так просто закинута, в принципе, там нет таких особых статов, моя защита, физзащита, минус урон и хп. Дальше смотрим энда, что у нас здесь, минус урон 15%, карточка не доточена до максимума, ну, там, в принципе, минус урона, особо на энда он не сыграет роли. Следующая карточка плюс 15% криту. Атака, крит. В принципе, в основном разгон идет на крит тоже. Здесь вот карточка крит, плюс урон, крит. То есть тоже где-то 1800 крита дает карточка. Значит, здесь крит плюс 15%. Опять же, крит просто. Физзащита хп. Здесь атака, прочность, хп, прочность. Здесь 1200 прочности в карточке. Здесь крит плюс 25%, опять же. И вот карточка тоже снова на крит. Крит, минус урон, крит, еще раз минус урон. Дальше можем по древу посмотреть, практически докачан. Осталась последняя, вот, одна стадия докачать. Также здесь осталась всего лишь одна стадия докачать. Смотрим экзо. В экзо на Одине у нас маг защита плюс 15%. Дальше у нас парирование. Два стата на парирование. Здесь также парирование. Здесь прочность 1200, основной стат карточки. Здесь парирование плюс 15%. Смотрим дальше, что мы имеем сверху. Здесь прочность плюс 2000 прочности и 18000 хп. В принципе, для экза это нормально. Опять же, прочность и атака. Это основные. И прокачка максимальная. То есть здесь уже полностью все открыты атрибуты активации. Можно выбирать, что более подойдет. Дальше смотрим у нас именно героев. Размещение у нас идет Хель, Один в экзо. Значит, сокровище 20 звезд все на героях. Ну, прокачка немножко разная. На размещении это 65, 40, 45, 35, 40, 40. В принципе, здесь акцента не было. Здесь просто обычная маленькая слабенькая прокачка идет по сокровищам, по уровню. Это не важно. Главное прокачать на энда и на экзо в первую очередь. Значит, по статам 18,7 миллиона хп, 489 тысяч атаки и 214 тысяч физзащиты, 210 магзащиты. Дальше смотрим на статы. 9000 крит, парирование 8200, уклонение 6200 и 38 тысяч прочности, смертоносность 45000. 227 тысяч плюс урона, минус урон 174, так, допород иммунитет 5,8% соответственно. Дальше смотрим энда. Здесь максимальная проточка по уровню на сокровище на крит, а также на сокровище на прочность. Вот. Остальные 45-60, то есть, в принципе, такое. Смотрим по статам, 7,5 миллионов хп, 567 тысяч атаки, 185 деф физ, 159 тысяч мах. 50,5 тысяч крита, 11 тысяч парирования, 6200 уклонения, прочности 70 тысяч, смертоносность 49, 146 тысяч плюс урона, 35 минус урон и допурон 15, иммунитет 20%, соответственно. Дальше смотрим экзогерой. У нас 13,5 миллионов хп, 259 тысяч атаки, 139 тысяч физзащиты, 161 тысяча
маг защиты. Здесь проточка по сокровищам немножко лучше. Здесь, значит, у нас крит выкачан на максимум. Дальше выкачано уклонение, парирование и прочность. Да? По статам крит 17,5, парирование 32,5 тысячи, уклонение 19,6, 70 тысяч прочности, 37 смертоносности, 102 тысячи плюс урон, 104 минус урон. А также доп. Урон 21,3% и иммунитет 43% с копейками. Так, дальше смотрим, что у нас по рыцарям. Начинаем сначала. Рыцарей просто покажу, медленно не буду озвучивать, потому что это опять же будет долго. Я просто медленненько их пролистаю. Основной акцент вот на атаку, 121 тысяча венда. Вот, остальные так, в принципе, размещение. Вы сами видите размещение, прокачку, соответственно. И сокровища на них, да. Вот, также еще есть на маг защиту, физ защиту, размещение энда персонажа по 54 тысячи. Вот. Вот такие вот. Дальше смотрим, что у нас с охрана. Охрана, значит, у нас уклонение парирования на экза, а также прочность крит-удар. На энда прочность крит-удар, плюс урон смертоносность и на размещение плюс урон. Дальше выкачивается парирование, и в охране на размещение будет прочность крит удар, она перекачивается. То есть была атака, сейчас перекачивается на прочность крит удар. Двойные звезды везде, киль корабля полностью, я покажу вам. Но они, в принципе, комплект полностью киль корабля. Также камни, напоминаю, покажу позже. Руны, щиты стоят с мечами на размещении. Статы показываю, озвучивать не буду. То есть, в принципе, смотрите сами. Я показываю медленно достаточно. Если кому-то нужно, можно нажать паузу и опять же таки посмотреть. Потому что, ну, озвучивать прям все я уже не знаю. Дальше у нас энда. Я уже начал показывать. Энда у нас щиты, рубины стоят. Да. Ну, эти руны выносливости. Мы их называем рубины, в принципе, в игре. Так как на них рубинчики нарисованы. Да, вот стоят 4 рубина. И также стоят 2 меча для усиления урона. Рубины для выживаемости, так как мало хп. Дальше смотрим. В экзо тоже стоят рубины. Здесь вариативно. Иногда стоят рубины, иногда стоят щиты. В зависимости от того, на какие атаки, то есть на какое мероприятие персонаж идет. Есть комплект дополнительно проточенный. То есть, в принципе, дальше я покажу так быстренько рыцарей. Что на рыцарях. Да. Именно конкретно показывать проточку я не буду. Я покажу просто вот так вот быстренько, чтобы вы видели. Так, дальше усиление также показывать нет смысла. Это уже было показано. Дальше копка, да. Ну, естественно, здесь максимум обработка. Я могу вам показать, тоже быстренько покажу. Но, в принципе, я когда показывал оружие персонажа, вы должны были заметить это. Основная часть это, то есть, крит вылавливается. Также, если кто с 17 сервера межсервера, то есть, не межсервера, а с 17 по 21 сервер, у кого есть вещи упыря с 4 критами, пишите на Люцифера, он обязательно, я думаю, вы сторгуетесь, и он у вас их купит, потому что они ему нужны. 4 крита, либо же 4 парирования, тоже для альтернативного комплекта. Так, закалка, естественно, везде максимум. Заклятие, смотрим, заклятие, плюс урон, то, что я говорил, плюс урон, плюс. Где можно плюс урон, там везде плюс урон, где хп, там хп. Невозможно поставить везде одинаковое, так как поделено на две части, защитная и атакующая. Защитная стоит плюс урон, в защитная там стоит хп, а в атакующей плюс урон. Духовное оружие, вот, немножко прокачано. Так, скиллы духовки я показал. Музыкальный инструмент, это уже 7-й. Он прокачан наполовину к 8-му, будет в дальнейшем 8-й, я думаю, когда будет акция. Но там нужно будет, если я не ошибаюсь, 40 камней, или 40, или 45
радужных камней, поэтому это не скоро. 15 камней в одну акцию, то есть минимум 3 акции нужно будет ждать. То есть это еще не скоро, поэтому есть время на прокачку, и он здесь пишет. Музыкальный строй везде качан на максимум, да. Вот классические также везде по максимуму. Атрибуты плюс 133% бонус аккорда. Так, смотрим дальше, что у нас есть после покупки богини, да. То, что имеем в наличии, я сейчас покажу. Дальше будет расстановка уже конкретно по слотам, что где находится, и также прокачка по коню и тому подобное. Да. Ну, в принципе, там то же самое. Что... Так, свидание на данный момент 5 уровень Аврора, да, и 2 уровень Жанна д'Арк. Услуги также я быстренько покажу вам. У них особого акцента нет. Там небольшой бонус. Персонаж ночью не стоит на поле, поэтому в принципе услуги прокачаны слабенько. Вот, поэтому то, что есть. Дальше смотрим святыни. Да, в основе стоят святыни. Четырехслотная святыня на атаку и на в основном на крит святыни стоят. Ой, эти богини стоят не на крит. Крит, атака, прочность, вот то, что мы имеем в размещении, смертоносность плюс урон, также слот на атаку Атлантида, в эндо тоже на атаку Атлантида, и здесь стоит у нас одна богиня на прочность, две на крит и одна на атаку Валькирия. В экзо же мы имеем полностью богини на парирование и прочность, парирование, прочность, хп и защита. Маг защита — это за счет проточки коня. Вот смотрите насчет коня, то что есть у нас и дальнейшая проточка, то есть все богини там понемножку проточные, эти не открыты, вот, я показываю, то есть в принципе опять же таки, кому интересно, можно поставить на паузу, там 5-6 уровень, я показывал это из своего персонажа. Так, что мы имеем еще? Артефакты, да, давайте посмотрим проточку артефактов. В основе, значит, у нас фараон для комбо урона, да, вот такая вот проточка на все. В размещении у нас стоят Один, да, если я не ошибаюсь, правильно называю, здесь у нас на ПВП, то есть у нас вот бонус ПВП мощи плюс 30. Дальше покажу, ну вот, к примеру, фараон, а мы здесь не посмотрим, здесь можем посмотреть фараон, да, вот комплект, бонус комплекта у нас, значит, смертоносность плюс 2,5, плюс 5%, и бонус, как и у всех, плюс 50%, а основной серия убийств, плюс 3%, комбо урон плюс 7,5%, чем больше комбо ударов, тем выше урон, да. Такой же сет стоит у нас и в эндо, а в размещении Один и в экзо Один, он дает ПВП мощь плюс 30. За 4 вещи, то есть это получается суммарно плюс 120. Значит, так, здесь фарон, здесь Один. Также я показываю проточку, немножко будет оттачиваться еще проточка. Здесь эндо, здесь также фарон. Вот такого плана проточечка у нас. Значит, и вот размещение, здесь опять же таки Один для ПВП мощи. Вот такая вот проточечка. Смотрим дальше, что у нас по коню. Да, рейтинг. Первое место. Это между всех серверов рейтинг. Первое место. А также есть амуниция. Да, здесь также первое место на сервере. Это для объема. Приручение максимально, естественно. Облик, я не знаю, есть ли смысл показывать. Ну, в принципе, здесь очень много разных. И, ну, то есть смысла я не вижу, наверное, показывать. Это очень долго будет. Дальше смотрим камни. Значит, атака, прочность плюс урон. Да. Все максимально благословлен. Левый камень 8-го, видите, уровень, значит, он максимальный. Если 10-го, он максимальный также. Даже вот видите, вот есть камень 7-го уровня, а благословлен на 15. Здесь в доп-слоте также у нас плюс урон. Здесь у нас идет плюс урон. Атака, прочность. В доп-слоте плюс урон. В другом у нас плюс урон. Атака, прочность.
и в доп-слоте, а также плюс урон. Размещение смотрим, здесь остатки плюс урона, атаки, прочности. Значит, скрытых слот закрыты. Венда смотрим, у нас атака, смертоносность и прочность. Так, здесь камни смертоносности, что 9 уровня все. И в доп-слоте прочность. Прочность различная, видите, даже если 5, 8, здесь перебросано. Векза смотрим, здесь физдеф, магдеф, минус урон и прочность. В доп-слоте прочность и 2 камня минус урона. Значит, что еще здесь? Здесь больше ничего не сказать. Дальше у нас драконы. Так, драконы. Значит, по амуниции здесь золото 2 полностью одета. На одну звезду 3 прокачаны и на 2 уровня 1 прокачаны. Дальше смотрим. Значит, золото 1 и фиолет. Золото 2, золото 1 и фиолет 2. И также золото 2, 2 вещи и 2 золота первых. Я покажу просто вот здесь вот статы, для того, чтобы видно было. Остальных показывать не буду, нет смысла в этом, я считаю. Так, вот. Значит, по звездам все драконы 2 звезды. По уровням 130 весны, 138 лета, 115 осени и 115 зимы. Так, по повышениям. Гербы все проточены на максимум. Полностью все проточены на максимум. Абсолютно. Обзор бонусов. Вот так вот. И по размещению могу показать каждого. Каждый посмотрит себя отдельно. Я озвучивать не буду. Просто медленно пролистаю. Если нужно, опять же, пауза. Волшебное дело. Дальше смотрим по навыкам. Навыки. Значит, навыки здесь. Смертоносность плюс урон. Плюс 43%. Крит и плюс урон. Плюс 43%. Дальше у нас макс, физзащита плюс 32%. И минус урон 43,2%. Уклонение 1620%. Также активирован ПВП мощь плюс 100. На драконе лето у нас минус урон плюс 43,2%, парирование 1600, прочность плюс 21,6, атака 5400, прочность 3200, минус урон 16,2, а уклонение плюс 21,6, хп плюс 162 тысячи. И также бонус навык дракона, атака и хп плюс 7,5%. Следующий бакон, уже заговариваюсь, долгое видео. Дракон осени, да, здесь у нас крит и плюс урон 43,2%, дальше у нас атака и крит плюс 21,6%, плюс урон 32,4%, и последний у нас физзащита 32,4%, также у нас активировано плюс 10% атаки. Экза, в экза есть минус урон 43,2%, парирование 1600, ОЗ плюс 106, ХП плюс 162 тысячи, парирование плюс 21,6. Дальше у нас крит и плюс урон 43,2. Уже не сильно заговариваю. Здесь макс защита плюс 32,4%. Также активирован бонус плюс ХП плюс 10%. Смотрим аспиды. Также аспиды я быстренько пролистаю. Сначала пролистаю, покажу так. Дальше покажу ранг. Да, 135, 130, 108 и 140 уровень соответственно. Дальше я покажу рост, чтобы вы видели. Озвучивать не буду, правда, действительно очень много озвучки нужно, то есть много читать, и это бессмысленно, я считаю, тоже, кто захочет, тот может себе поставить на паузу и просмотреть конкретный момент о определенном, то есть там, прокачке, скажем так. Так, Альянс, наука 299, полностью везде уровень. Так, что у нас в связи? О, я хотел связи не открывать, а у нас же в связях есть гены. Вот оно что. Значит, смотрим, что у нас в генах. Значит, здесь сочетание максимальное, то есть бонусы все открыты. Основной атрибут скачка это плюс урон 7,2%. Мутированный ген второй, плюс урон 7,2%. Также полностью открыты все бонусы. Третий ген. Это обычный, это не мутированный. Но здесь также плюс урон 7,2%. Дальше смотрим.
персонаж физзащита 7,2%, обычный также золотой. Дальше у нас фиолетовый мутированный, не полностью открытый, еще 10 сочетаний для полного открытия. Здесь плюс урон 3,6%. Здесь плюс урон 3,6%, прочность плюс 10. Основное свойство, но оно, к сожалению, там всего лишь чуть-чуть добавляет. Дальше смотрим. Фиолетовый также плюс урон плюс 3,6%. Здесь хп плюс 2,4%. Здесь что у нас? Плюс урон 3,6%. И последний ген мутированный, но он пока зеленый, недавно открылся, еще не прокачанный. То есть он еще только качается. И здесь атака 0,1% всего-навсего. То есть, в принципе, небольшой бонус. Есть. Так, дальше что мы посмотрим? Рейтинг я потом в конце покажу. По стадиям звезды прокачаны не максимум. Здесь всего большая медведица. А у нас еще остается, получается, после большой медведицы Кассиопея, дракон и Цефей. То есть еще три созвездия. И, соответственно, все бонусы, вот как вы видите. Это то, что доступно нынче. В будущем там еще немножко добавится, где-то около 30 PvP и плюс еще по статам немножко. Нет золота в свободном доступе для того, чтобы прокачать это все. Дальше, что у нас? Море прокачанное на максимум, я показывать не буду. Это, в принципе, считаю неактуальным. Мы в нынешнее время смотрим по рейтингам. Естественно, здесь все максимум. Ну, памятник, персонаж на третьем месте. Памятник, вот он, персонаж. Да, он находится на третьем месте на всех ру-серверах. В принципе, я думаю, что это полный обзор. Я старался показать максимум все, что мог. Своим обзором на этого персонажа я как бы бросаю вызов для всех, кто в топ-10. Ребята, у кого есть доступ к видео или у кого есть друзья, которые публикуют видео, ждем ответное ваше видео с обзором ваших персонажей, так как сейчас пошла мода, все позакрывали информацию, все боятся за свои статы, за своих конкурентов. В принципе, вот персонаж Люцифер, он не забоялся, полностью все статы, полностью всего персонажа показал. Если вы не боитесь и вам не слабо, то просим, пожалуйста, ждем ваше видео. Всем спасибо, всем пока. Вопросы в комментарии, подписываемся, ставим лайки.